Так, я вас предупреждаю, что у нас вот так начали. Ага. Я вас предупреждаю, что у нас две записи. Одна запись для вас. Ой. Что это такое? Сейчас. Так, а меня видно, слышно? Алло, меня видно, слышно еще раз? Да, видно, слышно. Так, видно, слышно. Запись включаем. Так, еще раз. У нас идет две записи. Одна запись для вас, там вас видно, слышно. Вторая запись для нашей картотеки. И эта запись для нас, там вас не видно, но слышно. Так. Как-нибудь уже устанавливайте камеру, что сразу не включилось. Ага, почему? Да, хочу повторить. Чтобы меня было видно. Так. Ну, как-то так. Угу. Так, камера вроде работает, я вижу. Угу. Хорошо. Так, мы с вами второй раз начинаем. Извините, что так получилось, да. Ну, что-то, видимо, я уже запариваюсь, потому что у меня сегодня с утра. Нет. И сейчас я еще и запаздываю. Так, что мы с вами сделали? Вы к нам пришли. Давайте вспоминать вместе. Какой был запрос? Запрос на слишком ответственность. Да, со своей гиперответственностью. Угу. Гиперответственность. Мы с вами сформировали сферу, где будем исследовать вашу гиперответственность. Я предположила сразу же, что она у вас не всегда есть, а что ваша гиперответственность, она у вас иногда пропадает, и в это время вы чувствуете, что... ну, что можно... полениться, вот, но для этого вы себе делаете предлог, это поболеть, вот, потому что... Здесь я немножко не согласна по поводу поболеть, со мной уже это давно не случалось, лет 5-10, как я вообще ничем не болею. Угу. Поотдыхать. Так, чтобы вот зашторить окна, спустить жалюзи и отоспаться, это да. А поболеть нет. Так, хорошо. То есть вы сознательно идете на то, что надо отдохнуть? Да, это мой выбор. Ага. А скажите, вы в это время отпускаете дела там, пускай они сами разбираются или нет? Вы просто ставите дела на паузу? Я просто беру вот такой промежуток между делами, когда я знала, что мне ничего не нужно, то есть то, что я должна была, я уже сделала, то, что мне еще нужно будет сделать, еще не пришло. То есть... И вот в этот период времени я себя... То есть пауза. Расслабляю. Да, да. Пауза. Угу. Понятно. А если бы вот так случилось, что вы что-то не можете сделать, ну вот сейчас вообще никак, или там... Там три дела вместо одного. Что-то как-то все навалилось, и что тогда? Я очень искренне извинюсь искренне перед людьми, которыми, с которыми я какие-то обязательства заключила перед тем, как до того момента, скажем так, как я должна была буду сделать эту работу. То есть задолго до, чтобы их как бы не поставить в неудобное положение и самой не быть виноватой. То есть вот это вот такое. Мое решение будет. Угу. То есть очень редко попадаю я в такую ситуацию, что я кого-то подвела по моей, скажем, по моей вине. То есть кто-то... То есть это вообще практически невозможно. Угу. А бывали такие ситуации, что вот можно взять несколько дел, но... Тогда из этих нескольких дел я сделаю одно, а, скажем, два я перепоручу кому-то. Стараюсь не брать на себя, потому что никому как больше, как себе не доверяю. Угу.
То есть вот по своим возможностям рассчитываю только на себя, на свои силы. Смогу сделать этот объем, значит, я за него возьмусь и возьму на себя ответственность. Если я понимаю, что это чрезмерно мне будет, то я лучше не возьму, я откажусь, потому как перепоручить некому. Ага, понятно. Ну вот давайте исследовать вашу ответственность. Угу. Так, у меня тут возник вопрос. А вы нашу практику тень делали? Пробовали? Я ее, честно сказать, пропустила. Я ее слушала в записи. И я не была на ней сконцентрирована, как, в общем-то, на всех предыдущих. Ага. Пять первых уроков я очень ответственно прошла, потом как я была онлайн и все это слышала и проходила в группе. А потом уже у меня пошел вот этот последний три с шестой по девятую, я уже слушала в записи. Я ее прослушала, эту практику, но я не была очень на ней как бы так сосредоточена. Вопрос не в этом. Вы пробовали или не пробовали? Есть навык или нет? Пробовала. Да, я пробовала, я понимаю, о чем. Помогает? Это. Помогло вы, что пробовали? Я не практиковала, я вот ее прошла как бы в уроке, и все. Я не стала потом этим заниматься, вот так вот было. Так, ладно, тогда глубже нырять не будем, потому что не сможем. Угу. Давайте мы сейчас что попробуем сделать. Мы заходим в ту же сферу, мы ее с вами исследовали, формировали. Она у вас была красноватого, да, цвета? Пурпурно-красного. Пурпурно-красного. Вот, мы в нее заходим. Так, и себя там представляем. Угу. И теперь мы должны сформировать два образа справа и слева от вас. И два образа будут разные. Сперва формируем хороший ваш образ. И это любовь, ответственная, гиперответственная. Давайте ее усилим. Такая очень ответственная любовь. И, ну, скажем, через 5 лет после вот нашей с вами сессии, скажем так, вдруг она не состоялась, и через 5 лет ничего не поменялось. Наоборот, усилили ответственность, да, вообще там, до каких-нибудь размеров раздуйте ее. Нам нужен немножко гипертрофированный образ. Так, представили. Представили? Да. Хорошо. Вот сейчас, что от нее веет? Я не могу сказать, что что-то особенно изменилось. Она как-то вот эти 5 лет, если это 2 образа, да, сейчас я так понимаю. Ну, вы настоящая, и вот сейчас этот справа или слева, скажите, образ? Этот справа я его вижу. Справа, да, справа образ, и вот он. 5 лет, ничего не поменялось, просто стали более ответственны. Да, такая девочка стоит. Ничего особенного не изменилось. Угу, хорошо. Теперь с левой стороны формируем образ другой. Угу. А представьте, что там любовь, совершенно безответственный человек. Вообще просто. Да, я ее вижу. Так, обычно эти образы тяжело представить. Хорошо. Вы ее видите. Угу. Так, а от нее чем видит? Ну, она со встрепанными волосами, как замазура вообще, с какой-то улыбкой непонятной до ушей, такая какая-то. Пепе длинный чулок. Угу,
Хорошо. Посмотрели. Она вам не нравится? Нравится, какая она? Не нравится, Нет, что она это? забавная. Нет, она забавная. Это тоже часть меня, я понимаю, что я внутри, где-то глубоко, могу соответствовать этому образу. Хорошо. Так, разворачиваемся к вашему правому образу. Развернулись. Делаем вдох-выдох. И перескакиваем в тот образ. Мысленно. Вот этот 5 лет ничего не поменялось, просто гиперответственное. Как там внутри? Вот теперь мы исследуем, как там внутри. Там все как очень строго, очень много слов, много внутри собранность чувствуется. Ну, такая, как я сейчас приблизительно. Приоритеты расставлены, то есть все должно быть как-то вот понятно. По расписанию Да. собрано, Да, ответственно. желательно запланировать, да, чтобы вот заранее было понятно, по какому плану я действую. Хорошо. Что там? Какие чувства там вот есть? Вот кроме всего, что там по расписанию, там и есть еще что-то, чувство такое. И оно вот прям сквозит. Алло. Да, я слышу. А, Я слышу. просто Я картинка. думаю, я просто Не-не. анализирую, Зависла что картинка, я может подумала, быть. что это. Ну, какой-то вот ну, гордыня, не гордыня, пренебрежение, не пренебрежение. Что-то такое какая-то вот такая вот возвышенность какая-то над всем таким. Несовершенно, скажем так, вот правильное слово. А вот Вот. так. Не, ну мы так не это. Я слышу Алло. вас очень хорошо. Да, я слышу. Я последнюю фразу не слышала. Какое-то пренебрежение и что? Потому что у вас зависло. Да, гордыня, не гордыня, что-то вот такое вот пренебрежение над чем-то несовершенным. Типа, как бы у меня есть это понятие, есть эти знания, а вот я так немножко свысока на это на все смотрю, что под. Есть ощущение несвободы. Ну, такое, как сказать. Ну вот по плану как бы должно быть. Я не могу сказать, что это не свобода. Это вот привычное мне состояние, что я вот иду по какому-то вот намеченному пути постоянно. У меня он есть, он там должен быть. Я планирую, и я последовательно исполняю это планирование. Привожу это вот в действие, в жизнь воплощаю вот это вот. Вы знаете, там есть еще такая вот что я чувствую, не знаю, вас триггерит или нет. У нее есть ощущение, что она как будто в таком... Она сама себе это устроила, и она знает, что так надо, но это настолько пресно, что просто жуть. Вот как-то все правильно, но зубы сводят. Вот есть такое ощущение. И такая тоска уже, вот еще чуть-чуть, и будет такая глубочайшая тоска. Но еще пока нет. То есть вот такое ощущение, что что-то как-то вот так. Не могу сказать, я же говорю, я просто себя вот настолько по жизни дисциплинирую постоянно, что это может быть мне не триггерит уже. То есть это вот моя такая большая составная часть. Но я не могу сказать, что я в рутине какой-то, я постоянно в каком-то движении, я постоянно в планах, в измененных каких-то планах. То есть это нет такого, что я вот страдаю от того, что я такая линейная. Наоборот, оно придает мне как бы, вот эта моя собранность, оно наоборот меня
сподвигает на все больше и больше какие-то подождите, это мозги. Продвижение. Это все мозги. То, что вы говорите, это говорится от мозгов. Вот здесь я четко чувствую чувство, что там есть такое вот какое-то... Ну, ладно, вот с этим оставим, но вот там хорошее такое, знаете, есть ощущение, что я все делаю правильно. Есть такое ощущение? Да, я к этому стремлю. Вот прям вот есть такое, что я все, зато я все сделал правильно. Вот такое есть, да, я чувствую. Вот. И вы себе этим... Ну, я не знаю, я не зануда в этом плане, что я могу себе позволить всякие штуки. Это не то, что я такая вот прямо... Я не сказала, что вы зануда. Это вообще не про меня. Я сказала, что у вас у вас есть четкие рамки, и они вас, собственно, вы сами их поставили себе, но они вас тяготят. Вот это вот есть, вот это прям ощущается. Так. Ну, хорошо, что вы это почувствовали. Я, наверное... Давайте мы сделаем вдох-выдох и перепрыгнем в себя настоящую. Так, хорошо. А теперь давайте развернемся. И сейчас посмотрим на левую сторону. Та, которая шаляй-валяй. Любовь наша. Делаем вдох-выдох. И перепрыгивая в нее, как там? Там где-то, там такое инфантилит, беззаботность такая. Ну, это то, что, в общем, то, с чем я не мирюсь, скажем так. Это мое... Моя вторая сторона, теневая, скажем, которую я все-таки стараюсь дисциплинировать больше, чем... Потому что я понимаю, что в таком состоянии я не достигну никаких своих... То есть оно меня просто расслабляет, не даст никаких результатов. Мое состояние собранности, скажем так. Ну, просто так, для отдыха, там, для самого. Для развлечения, для бешабашности какой-то, побыть какое-то время в этом состоянии, да. Но это не мое основное состояние. Итак. Что здесь я вижу? Здесь, во-первых, больше энергии почему-то. Здесь нормально так энергии, здесь ощущается свобода. Здесь ощущается, что я могу придумать, как сделать лучше. Здесь прямо это сквозит, что не зашориться там куда-то, не это, а именно придумать, как бы сейчас вот мы тут под что-нибудь подпридумаем здесь и сделаем быстрее, лучше и качественнее. Вот здесь вот так. Здесь такое есть свобода мыслей. Ну, кстати, наверное, вот эта сторона придумала планы. Вот такие, потому что планы у меня практически бывают такими, без ваших. То есть вот эта сторона, скорее всего, ей приходят вот эти вот безбашенные планы, а вот эта правая сторона, она их воплощает в жизнь. Как-то вот так, мне кажется. Возможно. Здесь что еще есть? Ну, здесь конкретно хочу, не хочу. Здесь прям четко. Подъем, и вот эта энергия у меня ощущается здесь в груди. Вот такая вот очень сильная. Есть это ощущение? Именно у меня такое же ощущение должно быть. Ну, это же ваши коконы, ваши образы. Не знаю, не могу сказать, что это в груди. Нет, не могу сказать, что я сейчас это чувствую. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Вот такая вот как бы тревожность такая вот в груди, когда вот. Нет, это не тревожность. Но этого нет сейчас. Нет, это не тревожность, нет, это не тревожность. Дело. Это ощущение подъема.
Вот такой волны, когда я... Такой волны, что я могу сделать что-то, вот мне все по плечу. Там вот такое ощущение. Оно очень хорошее, наоборот. Хорошее, да, я понимаю. Чем насчитывается, но нет. Сейчас есть такая вот, и это, я, например, когда иду, что я смогу с вами общаться онлайн, она до сих пор у меня есть еще с первого нашего ложного звонка. Вот такое вот, что-то происходит, и чудо какое-то. Вот этого ощущения сейчас у меня есть. Так, ну давайте, хорошо, спасибо, но давайте уже сосредоточимся на процессе, потому что вот здесь есть такой подъем. И этот подъем, это не скорее, вот она не шаляй-валяй такая, она как раз... Это та интуиция наша, которая может что-то сделать очень интересное. Что-то вот, что-то очень-очень серьезное. То, что обычные мозги у нас не могут просчитать. Вот это она. Вот такая. И мне это кажется, творческая энергия. Да, это творческая энергия, которую вы недооцениваете. Но творческая энергия живет, ей нужна очень большая свобода. У нее расписание... Ей невозможно вписать. Почему? Потому что, ну, такая она, свободолюбивая, я бы сказала. Здесь вот это есть. И вот посмотрите с этой любви, посмотрите, пожалуйста, на себя настоящую, которая у вас стоит в центре. Что бы вы ей посоветовали? Вот с этой точки зрения. Да, я уже знаю, что она мне бы посоветовала, конечно. А что, может, не знаете? Давайте попробуем. Я ее вам слушаю, а как бы понимаю, что правая рука делает, да, левая, как бы, да. А правая у нас рабочая. Но я понимаю, о чем, потому что мне очень часто входят эти образы о том, что мне нужно быть проще, мне нужно быть... В том плане, Нет, это все мозги. Так, Любовь, я вас не вижу, я не могу вести так дальше диалог. Давайте мы что-нибудь сделаем со связью. Как-то можно? А что мы можем сделать со связью? Вы меня сейчас видите? Нет. Я поставила максимально удобно. Нет, у вас картинка зависла. Не видите меня? У вас просто картинка зависшая. Я слышу только звук и все. Со связью мы ничего другого не сможем сделать, потому что у меня интернет, и я нахожусь посреди поля. Так, попробуйте сейчас выключить камеру и включить еще раз. Там можно вот завершить звонок, а посерединке там камера нарисована. Вот ее нажмите, выключите, включите еще раз. Да. Может, в этом так и еще раз включить. Включится она или нет? Я всегда вижу в камере. Я вас не вижу, я вижу только аватарку. Ладно, давайте дальше. У меня работает камера. Ну, потому что не хватает, вот. Нет, зависает. Не хватает чего? Интернета. Зависает. Так, ладно. Давайте дальше попробуем работать. Но я вас уже максимально маленькой сделала, чтобы хоть как-то передавалось. Но, по-моему, никак. Вот. Так, и у нас запись отрезалась. Интересно. Ну-ка, еще. У меня все есть. Я вас слышу прекрасно. Вот. Еще бы я вас видела заодно, и было бы все хорошо. Ладно. А сейчас не видите сейчас? Ну, картинка зависла, и все, вот опять вы показались один раз, и все, и дальше картинка висит. Ладно, ну вот очень трудно так работать, вон, давайте попробуем. И... Что сейчас мы... я еще раз попробую зайти в эти. Да, я вижу, но... По-моему, толку не будет. Нет, ну, если посмотреть... Как есть, так есть. Так, давайте сделаем только вот так.
Может, так появится. Так, хорошо. Что мы сейчас сделаем? Мы тогда с вами сейчас. Переходим в вас настоящее. Перепрыгиваем. Перепрыгнули. И вот давайте решать, куда вам, в какую сторону. Какую будем усиливать из них? 80% за правую, 20% сразу вышло. Нет, давайте не так. Давайте с какой частью будем работать? Вот вам куда? В гиперответственность или в вот такую креативную? Нам же нужна середина, мы так решили вначале. Нет, чтобы мы решили... Хорошо, чтобы мы их уравновесили. Нет, мы решили, что мы преследуем. Вот давайте посмотрим. Угу. Куда бы? Да, ну так да, влево, потому как левая для меня менее знакома. И... То есть вот в эту вот креативную? Я в ней... Да, я в ней меньше была. А, я даже боюсь, что вы ее не очень хорошо чувствуете, к сожалению. Вот она такая для вас загадочная. Так, хорошо. Тогда делаем вдох-выдох. И опять перемещаемся вот в эту левую. И переместились. И еще раз ощутили ее. Прочувствуйте прямо вот сейчас, вот она такая, она бесшабашная, она такая хорошая, может быть, такой с линцой, вот она такая, прочувствуйте. Угу. Где здесь больше всего энергии собирается? Вот для вас, не для меня, для вас. Ну, в глазах, у нее глаза горят, у нее улыбка вот эта вот до ушей. Так, такая... подождите, вы еще с внешней стороны смотрите? Надо уже внутрь было зайти. Вовнутрь? Угу. Это больше всего энергии, да, если внутри? Ну да, все равно это глаза, все равно это как-то вот верхняя часть, голова вот такая какая-то подвижная, вертлявая. Угу. Косички вот эти ее в разные стороны тоже какие-то непонятные. Ну такая вот, эта верхняя часть больше говорит об энергии, чем... Угу. Хорошо. Давайте представим, что вот эта беззаботность, там беззаботность такая, она начинает вытекать. Вот она куда-то раз и сливается. Вы пытаетесь подцепить, подожди, я еще не отдохнула, но она все быстрее и быстрее сливается. И сливается до конца. Так. А теперь представьте, что чувствуем, когда вот эта вся энергия, все эти эмоции, они ушли. Что осталось внутри? Сейчас эмоции поменялись, какие они стали? Да, это стало такое принятие с грустинкой немножко. Ну, как есть, так и есть. Какого оно цвета и где оно? Ну, такого бесцветного, какого-то бежевого. И вот сейчас такая, вот сейчас я вся такая не яркая, а такая вот какая-то.
Ну, блеклая такого цвета. Да, да, бесцветная. Бежевого такого сероватого, скажем. Хорошо, где это больше концентрация вот этой энергии? В теле, где она? Ну, все, по всему телу, вот даже вот все такое вот окрасилось с головы до... Тело в основном, вот, наверное, по телу, скажем так, не по конечностям, а телом вот, более так. Угу. Хорошо. Угу. А теперь представляйте, пожалуйста, что мы разливаем по себе, но оно у вас уже разлито. Поэтому на вдохе вы будете представлять, как будто вы через кожу впитываете вот эту энергию. А кожа, когда впитывает, внутри она перерабатывает эту энергию. Вот делаем, вот оно разлито уже, распределяем просто вот по телу равномерно. И теперь делаем вдох и впитываем в себя. Вот эту бежево-серую энергию, да? Да, да. Вдох еще раз, впитываем. И выдох, просто выдох. Еще вдох. Вдох и впитываем эту энергию. Выдох, просто выдох. Еще вдох. Впитываем. И выдох, просто выдох. Еще вдох. Впитываем. И выдох, просто выдох. Еще вдох. Впитываем. Выдох, просто выдох. Вот там ощущения изменились. Какие там? Мне кажется, что изменились ощущения. Что там? Что сейчас чувствуете? Такое пошел какой-то вот взаимообмен. То есть эта энергия стала уходить, она ее... Место какое-то более светлое заходит, вот более белый цвет, скажем, такой, я более чистый свет, я скажем. Я такого не чувствую, я чувствую, как эта печаль пошла сильно. Нет, у меня идет вот такой чистый свет, то есть если это был такой вот до этого какой-то грязноватый цвет, то сейчас идет более вот светлый. Вот давайте вот этот белый цвет или светлый цвет, давайте также разливаем, сейчас посмотрим, что там под этим. Угу. Разливаем и впитываем. Выдох. Еще разливаем. Впитываем. И выдох. Еще разливаем. И выдох. Еще разливаем. Выдох. Разливаем. Впитываем. Выдох. Еще разливаем. Выдох. Еще разливаем. Выдох. Еще разливаем. И выдох. Еще разливаем. Выдох. И еще разливаем. И выдох. Что чувствуете сейчас? Вообще как-то все стерлось. Нет практически никаких ни цветов, ни ощущений. Какая-то... Ничего не чувствую, это темная... называется. Да, ничего не чувствую. Вот это ничего не чувствую, это называется, это тоже отсутствие чувств, это тоже чувство. И вот мы его тоже так же разливаем, такая пробка как будто забитая. Мы его тоже разливаем. Давайте вдох.
И выдох. Еще вдох. Выдох. Еще разливаю вдох. Впитываю. Выдох. Еще разливаем эти чувства. Вдох. Впитываем. Выдох. Еще разливаем вдох. И выдох. Еще разливаем вдох. Впитываем. Выдох. Разливаем вдох. Впитываем. Выдох. Хорошо, еще осталось что-то? Ушло. Вот это вот появились желтоватые оттенки краски. Так, подождите, такие, что чувствуем? Что чувствуем, самое главное? Так, прилив такой вот, как энергия пошла. Вот такая вот другая, вот такая золотистая энергия идет. Хорошо, давайте мы поисследуем. Это самосаботаж, это называется, когда мы сами себе объясняем, почему у нас нету там чего-то. Это самосаботаж. Uh-huh. А, вот. Ну, типа, если нету, ну и не надо. То есть вот так вот. Возможно, что вот так. Может быть, нет. А если действительно пошел прилив сил, то тогда просто эти чувства усилятся. И давайте попробуем uh-huh. вдох. И вот разливаем этот вот, то, что вы сказали, желто-красный. Вдох. Разливаем по себе. Впитываем. И выдох. Еще разливаем по себе. Вдох. Впитываем. И выдох. Выдох, просто выдох. Так, еще разливаем по себе. Вдох. Впитываем. И выдох, просто выдох. Еще разливаем по себе, вдох. Впитываем. И выдох, просто выдох. Еще разливаем по себе, вдох. Впитываем. И выдох, просто выдох. Так, ощущения изменились или усилились? Спокойнее стало. То есть ушла вот эта вот, вот это вот было немножко такое эйфория в начале, как-то золотистый свет. Сейчас спокойнее стало, и цвет поменялся немного. Так, а что чувствуем-то все-таки? Спокойнее стало, уравновешеннее состояние. У меня ощущение такое, оно такое спокойствие, но ощущение с таким привкусом, ну и ладно. Не сбылось, но... Нет. Давай предвкушение. Спокойствие в предвкушении. Нет. Это голова говорит у вас. Да? Да. Давайте еще раз разливаем по себе это чувство. Последнее вот это чувство, да? Да. Всегда, угу. Всегда то, что есть на самом, ну, вот сейчас, на данный момент, его разливаем. Давайте, разливаем по себе. Угу. Впитываем. И выдох. Еще разливаем по себе. Впитываем. И выдох. Еще разливаем по себе, вдох. Впитываем. Выдох. Еще разливаем по себе.
Впитываю, впитываю, впитываю. Выдох. И еще два раза разливаем по себе. Вдох. Впитываю, впитываю, впитываю. Выдох. И разливаем по себе. Вдох. Впитываю, впитываю, впитываю. Выдох. Что сейчас появилось? Какое ощущение? Практически не изменилось. Такое спокойствие на грани того, что вот что-то нужно делать. Вот я готова, вот такое внутри. Интересно, почему я чувствую другие ощущения? Ладно. Это такое, что спокойствие, лечь, отдохнуть и расслабиться, а такое, что я готова что-то делать. Вот я ощущаю, что до этого была такая немножко досаденькая, а сейчас я вам всем докажу. И что-то надо делать, да, но вот я вам всем сейчас докажу, что я могу. Вот как-то так вот здесь было. Давайте разливаем по себе, вот мне так, я не знаю, вот эти ощущения разливаем по себе, вдох. Впитываем, впитываем, впитываем. Выдох. Еще разливаем по себе, вдох. И выдох. Еще разливаем по себе, вдох. Впитываем, 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 выдох. Еще разливаем по себе, вдох. Впитываем, 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 выдох. Еще разливаем по себе, вдох. Впитываем, впитываем, впитываем. Выдох. И еще разливаем по себе, вдох. Впитываем, впитываем, впитываем. Выдох. Еще разливаем по себе, вдох. Впитываем, впитываем, впитываем. Выдох. И еще разливаем по себе, вдох. Впитываем, 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 выдох. Что теперь чувствуете? Теперь вообще хочется летать. Ощущение, что хочется летать? Да. Какого? Даже я вижу вот перед собой картинку. У меня тут прям напротив лебеди летают над озером. Вот прям я их увидела. Как это ощущение? Хочется взмахнуть крыльями и подняться опять-таки на какую-то высоту. Так, хорошо, давайте еще раз проверим это ощущение. Вы дошли до дна или там еще что-то есть? Если не дошли до дна, значит, ощущение изменится. Если дошли, то они просто усилятся. И давайте еще раз разливаем по себе. Вдох. Впитываем, впитываем, впитываем. И выдох. Еще разливаем по себе. Вдох. Впитываем, впитываем, впитываем. И выдох. И еще разливаем по себе, вдох. Впитываем, впитываем, впитываем и выдох. Ощущения изменились или остались прежними, или вот усилились? Усилились, лебедь стал больше. Лебедь стал больше. Вот есть такое ощущение? Есть такое ощущение вкуса жизни появилось. Да, вот захотелось. Я же говорила, вот прям взмахнуть крыльями и взлететь ввысь. Подняться над уровнем, над каким-то, вот выше стать. Хорошо. Здесь в данном случае я так ощущаю, что
Вот есть еще какой-то привкус вот здесь вот нехороший. Это эмоциональный мусор, надо дочистить. Давайте мы как будто паутинки соберем. Вот знаете, когда по углам паутину мотают, вот все собирают, да, и там потом намотала, думаю, мало, а потом раз, и целый клубок получился. И вот мы тоже так вот по организму как будто вот насобирали что-то в кокон, да? Мысленно, да, Да, это да, сделать? да, да. Так, а теперь это вот, вот это, этот комок, да? Вот то, что мы набрали, его разливаем по себе. Ну, вот представьте, что он такой немножко, как, не знаю, как глина такая вот. Или пластилин. Разливаем по себе. И опять вдох. Впитывая, впитывая, впитывая. Выдох. Еще разливаем по себе. Вдох. Впитывая, впитывая, впитывая. И выдох. И последний раз давайте разливаем по себе, вдох. Впитывая, впитывая, впитывая. Выдох. Так. Как теперь? Вкус жизни остался? Ага. Да, да, вкус жизни есть. Лебедь стал спокойнее, крыльями он уже как бы не с расправленными передо мной крыльями, но как бы по-прежнему я его вижу. Он такой более... Так, а на ощущениях есть ли? Спокойнее все равно вот стало. Ушло вот это вот ушло. Восторженность ушла? Да, да, да. Так, хорошо. А есть ощущение, вот мне здесь вот ощущается, что как будто... Кто-то придет и накажут за эти чувства, что надо быть нет. Серьезнее и гиперответственнее. Вот у меня такое ощущение, что нет, да? Нет, нет, нет. А есть ощущение того, что вы плотно стоите на ногах, даже вот с этим ощущением, когда вы есть вкус жизни, или нет? Ну, мне очень импонирует этот образ и мое ощущение внутри. Нет, не еще могу раз, сказать, что это ощущение. Я же не про это спросила. Есть ощущение, вот сейчас есть, да, этот вкус жизни, но есть ощущение того, что я смогу все время так быть, вот в этом чувстве. То есть стало ли здесь больше, да, вот в моем процентном соотношении? Нет, как-то вот нет, так, нет, да, нет, если нет, сравнить? Нет, нет, не в этом дело. Вот для отдыха оно подходит. Вкус жизни, там, я там это все. А вот есть ощущение такой платформы здесь. Вот еще раз, вот я тут крепко стою на ногах или нет, надо проверить. Потому что если нет, то это ощущение, ну, на 3 дня. А если мы дойдем до вот ощущения того, что есть такое, вот я могу так и работать в таком состоянии, будет лучше получаться. И вот тут не приземленность должна быть, а как будто... И для того, чтобы летать, нужно, чтобы что-то нас держало там, чтобы не упасть. И вот, чтобы была не подвешенность, а просто какая-то, ну, вот, твердая почва. Так вот, оно есть тут или нет? Не могу сказать. Мне как-то, как нужно будет, наверное, пожить в этом состоянии, чтобы понять. То есть именно вот теоретически я не могу сейчас. Вот я просто чувствую вот эту подвешенность, и эта подвешенность, вот сама палитра очень яркая такая, а подвешенность, она у меня ощущается как вот этот серый свой привкус. И вот этот привкус сейчас надо убрать, потому что он как раз мешает. То есть клубника, клубника уверенности нет, да. Клубника недостаточно сладкая будет и так далее. То есть вот есть вот это ощущение, что что-то тут не так. И да, вам непривычно. Давайте вот это все сомнения сейчас возьмем. Вот они как, вот если их охарактеризовать, они какого цвета? Ну, какая-то вот не яркая, блеклая палитра, если взять их там. Я даже не могу понять, что это за свет, какой-то смешанец. Хорошо, там, ну давайте фиолетовый мы. Я вижу. Разливайте по себе. Вот это, вот именно вот это, вот то, что вот эту часть. Да, да, да. Вот разливаем по себе еще раз.
И впитываем, впитываем, впитываем. Еще разливаем по себе. Выдохнуть забыли. Угу. Еще раз разливаем по себе. Впитываем, впитываем, впитываем и выдох. Еще разливаем по себе. Вдох. Впитываем, впитываем, впитываем и выдох. И еще разливаем по себе. Вдох. Впитываем, 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 выдох. Так, что ощущаем? Остался яркий фиолетовый из всей палитры. То есть это вот эта серость ушла с палитры. Но этот фиолетовый какой мазок такой, он есть сейчас. И как-то я вот... Он как-то очень меня привлекает, мое вот, внимание внутреннее, вот этот мазок. Давайте еще раз разольем тогда фиолетовый и посмотрим, какие, что там уйдет или прибавится. Давайте разливаем. По себе впитываем, впитываем, впитываем. Выдох. Так, еще раз, ну-ка, разливаем по себе. Впитываем, 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 выдох. И еще разливаем по себе, вдох. Впитываем, 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 выдох. Что ощущается? Светок. Какой-то вот светловатый цвет пошел, такой серпень ватый, очень светлый такой, скажем, на фоне того, что вот был этот темный фиолетовый. Сейчас это просто такая вот какая-то сирень очень светлая. Так, я же спросила, что ощущается. По ощущениям, ну я просто то, что вижу, то я говорю, а потом уже идут как бы ощущения. По ощущениям спокойно и... Но опять хочется что-то делать. Вот нет такого, что прям вот все равно внутри есть такая вот жажда деятельности. Угу. Это и есть наша вот эта креативность, скажем так. Угу. Но эту креативность ее надо выгуливать, чтобы она была бесшабашной. То есть если вы ее не будете выгуливать, это у нас была тема про... Как раз вот недавно же она была про внутреннего ребенка и внутреннего родителя. Что одного второго надо доращивать, и как раз наш вот этот контроль, это разум, это наш внутренний родитель, а внутренний ребенок это тот, который желает что-то делать, если ему дают возможность. Если его загоняют в какие-то рамки, то все. Сразу же желание что-то делать пропадает. Вот в данном случае вот этот ваш внутренний ребенок, это как раз и есть вот это ваш вот этот полет фантазии, вот это вот желание жить, это оно. Это как раз и у нас и есть. Так, напоследок еще раз два раза вдохнули и будем заканчивать. Давайте. Разливаем по себе. Вот это все ощущение. Впитываем, впитываем, впитываем. Выдох. И последний раз разливаем по себе. Впитываем, впитываем, впитываем. Выдох. Так, хорошо. Вот смотрите, вы в сфере были втроем. Сейчас это ваш третий измененный, то есть получается четвертый образ. Вот с этого четвертого образа мы сейчас делаем вдох-выдох и перепрыгиваем вот в эту порхающую бабочку, которую вы себе представляли, вот, с косичками девушку нашу. Перепрыгиваем мысль туда внутрь. И смотрим на себя. Так, перепрыгнули? Да. И смотрим на себя измененную. Скажите, а есть ощущение от нее, что она изменилась?
Да, у него какие-то новые качества появились, наверняка. Нет, вот сейчас видно это или не видно? То, что вы перепрыгнули в эту... Но она... Ну, образ, если внешне сказать, то образ не изменился. Внутреннее, я же любовь, так, почувствовала вроде... Она до сих пор с косичками? Да. Ага, внешне не изменилась. А если, ну, если посмотреть на нее, она у вас выше или ниже? У нее больше или меньше энергии? Ну, вроде да, она вроде как-то стала покрупнее. Да, да, кстати, она стала крупнее. Даже вот на фоне вот моего правого образа она намного сейчас крупнее. Делаю вдох-выдох, перепрыгиваю вот этот измененный образ. Перепрыгиваю. С левой стороны? А, или вы измененный даже четвертый образ? Четвертый, в четвертый. А вы сейчас, ага. Вы сейчас четвертый же в четвертый смотрели? Я смотрела в левую сторону. Я смотрела в бесшабашную сейчас. Нет. Я перепрыгнула из четвертого в бесшабашную и смотрела на нее. Так, нет, подождите, нет, надо было не чувствовать, надо было смотреть на измененный на четвертый с нее. Мы же его меняли. Я неправильно поняла. Ага. Она какая теперь, вот этот четвертый образ? Она изменилась? Я смотрю на четвертый образ из чего? Из бесшабашной. Бесшабашной. Угу. То есть четвертый, и изменился ли четвертый образ нашего последнего ощущения, да? Да. Нет, не изменился. То есть? Нет. То есть они сейчас одинаковые. Мы изменяли вот эту девочку с косичками. Мы отслеживаем ощущения или мы отслеживаем внешнее? Ну, сейчас внешнее проявление. Внешнее проявление. Ну вот четвертый образ сейчас для меня, это вот такая картинка в виде последнего сиреневого цвета. Вот на нем такой вот этот вот лебедь, такой мой образ. И она в рамке. Вот у нее есть тонкая рамочка у этой картинки. Слева стоит вот эта бесшабашная с косичками. Так, подождите, которая... а почему она, почему вот эта бесшабашная с косичками у вас изменилась в лебедя с фиолетовой рамкой и что-то там еще? Вот. Она вроде человеком была. Это четвертый образ, тот, который мы создали последний. Правильно? Да, но мы же меняли его из третьего. Ну вот, из вот этой бесшабашной. Измени. Да, да. А почему она тогда настолько изменилась? Ну, вот, вот сейчас я же говорю, то, что вот сейчас я вижу, угу. Это вот на моем месте, вот как бы я была, да? А из меня вышло два образа. Один вышел с правой стороны, другой вышел с левой стороны. Правильно? Да, мы потом зашли в эту левую, которая бесшабашная вот. И мы ее начали менять. Мы ее начали менять, и у нас как бы образовался четвертый образ. Правильно? Да, 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 все правильно. Вот это четвертый образ сейчас я вижу. Вот, видите вот этой картины? Он как бы внутри меня. Это все, ну вот, как бы... Вот если эти два образа, правый и левый, я вижу как бы вот по правую, по левую сторону, то себя и вот этот последний наш, четвертый созданный угу. образ, я его чувствую внутри себя. Так, вот этот вы ее вы, выпихните, пожалуйста, из себя, четвертый. Четвертый, да? Да. Угу. Все, я выпихала. Вот он перед, он стоит перед первым, в середине. Угу. Вот. Вы в нем сейчас в этом четвертом образе. Теперь сходите, пожалуйста, в девочку с косичками вашу, бесшабашный образ. Угу. Так. Заходим. Разворачиваемся угу. и смотрим на четвертый образ. Угу. Вот как она вам сейчас? Она это кто? Девочка с косичками, да? Вы в девочке с косичками, вы смотрите на четвертый образ. И что я могу сказать о ней, да? Да. О ее ощущениях. Да. Угу. Ну, она стала другой. Да. Она стала более уравновешенной. Какая-то вот такая вот она стала. Более спокойная. Так, вот
Так, хорошо. Сейчас перепрыгиваем в четвертый образ. Угу. Возвращаемся. Вот в него подышали, постояли, вот это ощущение вернули, которого угу. мы навырабатываем. И теперь произносим. Я признаю все изменения в этой точке. Признаю все изменения в этой точке. Теперь это я. Теперь это я. Я имею право на это. Я имею право на это. Я даю возможности измениться. Я даю возможность измениться. И всем этим изменениям воплотиться в мою жизнь. И всем этим изменениям воплотиться в мою жизнь. Безопасно для меня. Безопасно для меня. И для окружающих. И для окружающих. Все эти начатые изменения я принимаю с благодарностью. Все эти начатые изменения я принимаю с благодарностью. И выходим потихонечку со сферы. Так, что мы хотели сделать? Да, вот интернет тоже наладился, это хорошо. Мы с вами хотели поисследовать одну и вторую часть, то есть ваш контроль. Вот, мы в нее добавили в ваш вот этот контролирующий образ, мы добавили немножко бесшабашности, мы добавили немножко креативности и вот интегрировали эти части. То есть одно и второе. Вот. Сколько это будет ощущаться? Если ничего не будете делать, если вот не запомните вот этот образ, да, то тогда, ну, день-два. Если более-менее будет ощущение, ну, вот вы будете стоять на этой вот энергии, вот оно ощущается как? Оно ощущается как определенное чувство, да, вот сейчас. Вот. Желательно это, конечно, нарисовать недоминантной рукой. Вот, хотя бы три закорючки на рисунке для чего? Для того, чтобы вот были ассоциации с чем-то. Нарисовать, куда-нибудь прилепить и посматривать на это. Хоть, ну, я не знаю, там на телефон заставку поставить, чтобы все время видеть. Вот. Тогда продлится чуть больше. Вот. Бывает, людям настолько уже надоедает их форма, что они очень быстро интегрируют что-то другое, потому что вот есть ощущение, теперь уже понятно куда. Зеркальные нейроны сложились, мы знаем, как это внутри, вот. Понятно, куда двигаемся. Бывает, что непонятно, что, а куда, собственно, а как это ощущается, вот теперь это есть. За одну сессию мы прорабатываем один слой. Своё бывает много. Сколько у вас там своё для того, чтобы вот это все интегрировать? Вопрос. Тут вряд ли я что-то скажу. Бывает вот прям люди сразу же интегрируют. Бывает надо 2, 3, 4 сессии. То есть у каждого это все индивидуально, в зависимости от того, что у вас там закрылось. Бывает так, что и события складываются, и всё складывается, и у человека прям как выносит его в какую-то другую жизнь. Бывает так. Как у вас там будет? Так, ну вот вы сейчас себя как? Хорошо чувствуете? Очень классно. Как будто бы действительно вот, взяла и что-то изменила своими собственными вот, усилиями. Такое хорошее, очень приподнятое чувство внутри. Что-то важное такое вот произошло. Хорошо. Я рада. Спасибо за сессию. Спасибо вам, Света, большое. Вы вообще такая умница. Спасибо. Я смотрю вас с удовольствием всегда. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.